Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом «Выживший выкидыш». Текст доната. Гоу без очереди, заценим клипосик. Вообще классную песню от этих бравых артистов-зожников. Спасибо большое. Смотрим. В итоге все равно долго ждать пришлось. Сорян за это, но... Я надеюсь, что хотя бы запись-то выложится на YouTube. Там. Блин, у них очень... Вот тот звук, который сейчас идет, он, короче, как будто не пробивает. Я не знаю, как объяснить. Типа... То есть он не идет такой, типа, как... То есть какие, как злые такие брейкдауны, да, короче, которые... ты... Неважно, любой вообще жанр, в котором брейки около джентова используются, врубишь. И там будет, типа, долбежка такая, короче, зловещая. То есть и по звуку гитары, и по барабанам, и по всему. А здесь все очень глухое. То есть как бы вроде бы идет щелчок такой у бочки, но при этом... То есть она не... То есть здесь идет просто какая-то такая рандомная долбежка, а когда начинается брейк, он просто не пробивает, не качает так. Как будто у бати Жигуль не заводится просто. Вот так звучит примерно. Вот такие слишком долбежные части меня обычно не очень прикалывают. Опять эти скелетики, короче, всратые. Сейчас что-то все в качестве символа крепоты стали использовать какой-то сраный мультик про скелетов из 40-х там, или откуда, я не знаю. Саб-дроп такой классный вовремя. Такой низко то, что ну клип долбанутый, жесть. Я электронную обычно срать не очень люблю, то есть электронику. Почему-то, когда корщики вставляют электронные вставки, они у них какие-то все время вот прям как специально обосранный звук какой-то используют. То есть вот как будто взяли нормальные синтезаторы какие-то с классными прикольными звучками электронными, и на них сверху, сука, сатуратор такой, который прям вот чтобы дристал. Просто синты в любом кор-жанре be like. Типа какая-то вот... Как будто кто-то, не знаю, пердит в мегафон такой вот, который, знаете, типа вот мы этот... Мочугальник такой на пляже, типа, покупайте, катайтесь у нас на банане. И вот кто-то в него пердит, и получается вот... Вот. И вот такой... Вот это вот, типа, слышите, синты на фоне? Вот они вот прям вот точно такие же. Играю на каком инструменте? Это прям мерзотные звуки вот эти. Мне они не нравятся вообще. Спасибо, Анатолий. Проще всего поднять бабла, наверное, или что имеется в виду? Я думаю, на барабанах, потому что барабанщики... Хороших барабанщиков пиздец мало. Ну...
Блин, я не знаю, смотри, просто тут... Есть понятие проще, а просто оно тоже относительное. То есть проще на каком этапе и смотря каким образом. Типа, проще всего на гитаре, ну, наверное, выучить 3 аккорда и в переходе поиграть. Поднимешь бабло. Везде способы разные просто. Ну, короче, нельзя так однозначно сказать, на каком прям проще всего. Наверное, проще всего вокал. Но опять же, если он получается. То есть проще всего то, что у тебя получается нормально, потому что реально нет универсального ответа, что вот на этом легче всего. Если у тебя не получается, всегда будет говно. Всегда будет плохо, всегда будет тяжело, сложно, муторно и полный отстой. Если у тебя... Если тебе не нравится, и если... Ну, не знаю, вот тебе слишком тяжело и неинтересно дается процесс там, обучения, то все. Если тебе не нравятся барабаны, ну, значит, даже если там больше всего платят, нет смысла. Ну, возможно, это рофло вопрос, но я все равно задушнил. Как обычно, в принципе. Оно не прошибает из-за того, что звук такой, как будто такой щелкающая, глухая такая штука, без вот, типа, нет такого, чтобы просто вот, чтобы долбежка прям была плотная. Они сделали в погоне за модерновостью звучания, просто вообще убили звук. Спасибо большое за донат.